И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитроиза, мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Ice Cream. Сегодня у нас новенький мод на обзорчике под названием Доктор Ice Cream. У нас мороженчик решил стать доктором, может помогать нашим людям, может наоборот им пакостить. Но перед началом ролика подпишитесь на канал, поставьте лайкусик, ведь на канале выходят интересные видосики про мороженчика, про Грэнни и про остальные такие же игры. Так. Амблейс, это у нас фургончик доктора. Так, подходит больной, говорит, у меня температура, помогите мне. Что температура, сейчас исправим. Были горячие, стали холодные, офигеть. Ну, логика работает, конечно, у нашего дружочка-пирожочка. Так, мороженчик, значит, фургончики там что-то буянит. А мы уже начинаем смотреть, мы начинаем проходить по бырику. Конечно же, будем проходить на нормальном режимчике, на нормальной сложности. Тут у нас такой вот дом интересный, медсестра из Dead by Daylight, по-моему. Мы уже спускаемся вниз. Так, берем с собой рогатку, конечно же. Это такой источник, точнее, это оружие халя. На е так, блин, я куда-то рогатку закинул пухляшу нашему бедолашному, бедолаге. Так. Куда пойдешь? Он сейчас в эту сторону идет. Правильно. Мы его должны. Он развернулся. Так, он развернулся, и он ушел. Понятно. Так, ставим. А где моя рогатка, кстати? О, рогатка у него. Офигеть. Так, едем, значит, в гараж. Первая наша остановочка, гараж. Это мы все проматываем, нам эти мультфильмы не нужны, загрузочки, мы их все проматываем. Так, рогатка пусть у меня будет здесь. Ой, а тут тупик, какого хрена, мороженчик, что ты творишь? Так, мы были схвачены. Какого фига вообще, я пока что не понимаю. Можно подождать, пока мороженчик уснет через окошко. Правильно. Давайте мы это сейчас и сделаем. То он сейчас опять зайдет, будет буянить. Мы тем временем подождем, пока он поспит. Или нет. И это как-то долго. Давайте сразу. Так. Да какого хрена, я говорил же, блин, мороженчик. Это ужасно. Вот это вот единственный минус мороженчика, что здесь... Ты можешь нормально играть, проходить, но он тебя может ловить вообще просто незачем. Хочешь получить мечом по голове? Пожалуйста, получай, дорогушечка. Получай мечом по голове. Берем бензик, канистру. Это жесть. Вот мы только начали играть, а уже такие вот дела. Ну вы, ребят, не забывайте подписываться, ставить лайки. А мы тем временем двигаемся в кафетерий. И нажимать на колокольчик не забывайте, конечно же. Так. Потому что я снимаю ролики почти что каждый день. И не по одному ролику, а по целых два. И это будет для меня очень приятно, если вы будете меня поддерживать лайкусиком или подписочкой. Так. Мороженчик вышел погулять. Ну, скатертью ему дорожка. Мы тем временем посмотрим, кто сегодня работает. А сегодня работает Дональд. И возьмем масленку. Точнее, масло. Так. Где ты, дорогой друг? Мороженчик. Иди сюда. Иди сюда, правильно. Нечего там сидеть. Ать. Мы его таким образом обманули. И уже, соответственно, едем на детскую... На детскую площадку, куда в окрестности. Рановато пока что еще. Рановатенько. Так. Мне осталось еще, по-моему, одна попытка, да? Или что? Ну, по-моему, да. И это очень печально. Это очень печально. Так. Мороженечка не видно на горизонте. Это хорошо. Это хорошечечно. Мы тем временем двигаемся дальше. Мы тем временем двигаемся дальше. Так.
Смазали ворота. Теперь их можно открыть. Так. Хорошо. Мороженчика нет. Не видно пока что. Это хорошо. Это хорошо. Так. Берем канистру. Будем сейчас ее наполнять бензином. Так, погнали. Так, ну интересный такой мороженчик у нас. Доктор. Доктор Айболит. Доктор Айболит. Так, 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 так. Будем вот так вот заполнять, чтобы если что, его увидеть. Так, окей. Хорошо. Ползет наш друг. Или не ползет. Пока что неизвестно. Так, ну если он сейчас меня поймает. Он этого не сделал, потому что он вообще молодец. То это было бы очень плохо. Бросаем канистру. Двигаемся сюда. Где наш мороженчик? А вот он наш мороженчик. Давай. Обходи лавочку. А мы тем временем тоже тебя обойдем. Так, нам нужно сейчас зайти в кран. Да. Чтобы он нас не заметил. Так, закрылись. Неправильная комбинация. Неправильная комбинация. О, все, получилось. Так, вот наш мороженчик там. Нам дали небольшую подсказку. Он разворачивается и идет. Это хорошо. Это хорошо, потому что его нам здесь не надобно. Его присутствие здесь нам ни к чему. Так, курточка, курточка, курточка. Где же ты, где же ты, где же ты, курточка? Вот я вижу курточка. Курточка. Здесь у нас есть офисный ключ. И сейчас мы будем уже двигаться, соответственно, на парковку. Там уже будем все смотреть. Мороженчик у нас тут. Ай, не поймаешь. Ай, не поймаешь мороженчик. Так, давайте. Так, ой-ой-ой. Парковка. Едем, едем, едем. Едем на парковку. Едем, едем, едем. Едем на парковку. Так, вот на парковке мы его, наверное, рогаткой один раз шуганем, чтобы он нам не мешался, да? Где-то поют близко. Так, а я его все слышу и слышу. Так. Направься, не приседай. Окей. Где ты, мороженчик? Иди сюда. Вот ты где. Получай. Все, получил по заслугам. Молодец. Так, берем канистру. Значит, погнали дальше. Да что ж с тобой делать, мороженчик? Мороженчик Род. Еще этой рогатки нет, как назло. Так. Где ты? Тут тупик. Сюда нежелательно. Нам его нужно как-то оттащить подальше. И тут его вырубить. Ну, хотя бы здесь давай. Есть. Получилось. Хорошо. Мы тем временем наполняем. Так. Уходим. Уезжаем от мороженчика. Надо было еще ключ с собой взять. Ну ладно, пусть так будет. А что с нашим лицом, ё-моё? Что с нами такое случилось? Так. Ладно, еще там разобьем на всяк пожарный.
На всяк пожарный там нам тоже нужно разбить. Чудесно. Мы тем временем уходим, да? Давайте уйдем. Можно было уехать, конечно, но мы уйдем. Мы уйдем пешочком, пешочком. Возьмем ключ, откроем офис. Возьмем карточку доступа, и там уже будет все видно. Так. Мороженчик, ты где? Где наш мороженчик? Я его не вижу, но я его слышу, как он там смеется. Как он смеется, я слышу. Так. Ладно, ключ. Офисный. Поднимаемся опять же наверх. Окей. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. О, доброго полудня. Вы что там делаете? Ползете? Ну, ползите, ползите. Так. Не здесь, в другом местечке. А вот здесь. Так, закрываемся. Нам нужен Дональд. О, первая же карточка, и мы спускаемся. Так. И едем в кафетерию. Давайте. Хорошо, хорошо, хорошечечно. Так, это мы проматываем все. Я думаю. Так. Закрываемся. И спускаемся. Ключик. 235. Так. Ага, ну конечно, конечно, без тебя никак. Без тебя никак, тихо. Он меня уже не видит. Ушел. Так, окей. Да что ж ты будешь делать, мороженчик? Тебя нужно вырубать. Едем в парковку. Погнали. Хорошо, хорошечечно. Проматываем. Открываем. Выходим. И нам бы его вырубить. Нам бы его вырубить было самое то. Самое то, что нам нужно. Так. Мороженчик. Прикольно тогда берутся предметы. Мороженчик. А вот ты где. Нам тебя тут не нужно. Ты нам нужен здесь. Так. Мы садимся и прямо в него едем. Тыщ! Есть! Фух. Получилось у нас на одну минуту. Это нам как раз таки нужно. Хорошо. 235 нам нужен. И 235-й, вот он. Так, поднимаем. И кусачки берем. Тем временем мы идем куда? Правильно, наверх. Где-то здесь должны быть ступеньки. Так, 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 так. И сейчас мы будем уже проходить. Полноценно проходить. Так. Тик, 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 тик. Тик-тик-тик-тик-тик, давайте. Давайте будем сейчас мы проходить уже полноценно. Это можно скинуть как-то. Так, что-то оно не желает скидываться, но мы его скинули. Так, пролазим. Трос опускаем. И берем ключик, соответственно. Так. Уже давай, тут сейчас этот припрется же наш
Джентльмен. Удачи. Чудесно. Нажимаем на стремяночку. И поднимаемся уже сходу. Так. Можно даже здесь. Не боясь кого-то увидеть. Ну все, ребят, мы прошли за 15 минут, конечно. Это не очень хороший результат. Но все же. Но все же мы прошли. Что-то я лишний раз здесь обходил, видимо. Ну ладно. Едем мы сейчас в окрестности. Так. И все. И мы прошли, ребят. Ну что, мы на этом заканчиваем. С вами был я, Дмутрозе. Мы сегодня играли в игру под названием Ice Cream. Мороженчик Доктор Ice Cream. На этом все. Всем удачи. Всем пока-пока. Подпишитесь и поставьте лайкусик. Обязательно. Нажмите на колокольчик. Пишите комментарии. Ну а с вами был я, Дмутрозе. Всем удачи. Всем пока-пока.